Это, я бы не сказал, что это слово именно кризис журналистики. Просто вот эта свобода слова для журналистов, она все-таки какая-то маленькая, но цензура должна быть. Или даже, может быть, не цензура, а как этика, да, журналистическая этика была. Вот у меня такое было сейчас. Одна газета, это как «Московский комсомолец», написала все обратно. Я выиграл суд, они написали, что я его проиграл. И пол Москвы мне звонит, говорит, ты что, проиграл суд, проиграл суд. Это же нехорошо, вы понимаете? Те журналисты, которые прежде чем писать, они должны проверить факты хотя бы. Это уже я про себя говорю, просто ситуацию как пример, понимаете, да? А так, конечно, журналисты должны все-таки относиться больше к своему народу помягче, желательно подобрее, желательно с фактами более сходящими. Не нужно с утра до ночи искать криминал, плохое и так далее, и так прочее. Уже от этого вот так вот надоело. Куда ни посмотришь, убийство, куда ни посмотришь, криминал, того посадили, это посадили. Ни телевизор, ничто смотреть невозможно.